Любое занятие нужно начинать с разминки. Сейчас мы разомнемся. Для этого сначала мы прыгаем 16 прыжков с натянутыми ногами и натянутые ноги в колени и в стопе. Прыгаем 16 раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Сейчас мы прыгаем 16 поджатых. Поджимаем ножку сильно пяткой, дотронуться до попы. Я с боком сделаю, чтобы было видно. И 16 раз тоже прыгаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Дальше для разминки, чтобы размять коленочки, делаем 10 приседаний. Пятки оставляем на полу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Молодцы. Закончили. Следующая часть разминки будет уже статичная. Будем разогревать отдельные части тела. Руки на поясе. Начинаем с головы. Наклон сильно, да, здесь потянуть, чтобы прям потянулось, чтобы тогда будет разминка. Раз, два, сильно, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Теперь вперед-назад. Вперед восемь раз. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Круговые вправо. Раз, два, три, четыре, и влево четыре, пять, шесть, семь, восемь. Хорошо. Дальше. Поворот. Раз, хорошо, вот здесь, чтобы все увиделось, тогда будет разминка. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Плечи. Раз, наверх, вниз, наверх, вниз, наверх, 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 наверх. Наверх. Дальше троечки. Раз, два, три. 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 По одному. Восемь раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Еще. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Дальше руки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Обратно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Восемь. Раз, два, четыре, пять. Локти остаются ровные. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Дальше круги. Плывем вперед. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Назад. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Корпус. Вперед наклон. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Назад. Раз, два. Просто держим. Пять, восемь, все. Так, наклон в сторону. Раз, обязательно в сторону. Не вот так, в сторону. И два, и три. Вот здесь бок растягиваем. И четыре, и пять, и шесть, и семь, и восемь. А теперь делаем большой круг. Раз, два, большой круг. Раз, два, три. Еще два круга. Два, три, четыре. И в обратную сторону. Раз, и два, и три, и четыре. Хорошо. Теперь разогреваем коленочки. Раз, наверх. Два, три, четыре, пять. Носочки тянем. Семь, восемь. И в прямые. Раз, два, три. Боком чуть-чуть. Четыре, пять, шесть, семь. Восемь. Вниз. Раз. Дотронуться ладошками, колени прямые. Спинку стараемся держать прямее. Восемь счетов подержали. Чуть уже. Тоже восемь счетов подержать. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И шестая позиция. Нужно перед этим отдохнуть, настроиться. Колени обязательно должны быть прямые, иначе нет смысла в этой разминке. Раз, два, три, четыре, пять. Шесть, семь, восемь. И в конце обнять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть,
семь, восемь. Разминка закончена. После того, как мы размялись, мы можем приступать к партерной гимнастике. Да, я сделаю те упражнения, которые можно выполнять в малом пространстве. Сначала мы с вами должны правильно поставить осанку. Да, нужно потянуться наверх, здесь спинку всю вытянуть и круговыми движениями раз назад положите руки за себя, не в сторону, не за себя. Вот такое положение неправильно. Шея должна оставаться длинная, плечи собраны сзади. Ножки, теперь обращаем внимание на ноги. Колени нам нужно сильно вжать в пол, тогда у нас от этого натяжения поднимутся пятки. Вот посмотрите, у меня расслабленные ноги, пятки лежат. А сейчас я сильно натянула колени наверх, у меня дырочек там нету. Это обязательно такое нужно положение удерживать. Пятки поднялись наверх. Вот теперь мы можем начинать делать упражнение. Стопы сильно натянуть. 8 раз разогреваем стопы. Сильно на себя натягивая. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. По очереди. 1, 2, 3, 4. Колени постоянно держатся. 7, 8. Круговые движения. 1, 2, 3, 4. И в обратную сторону. 5, 6, 7, 8. Натянули ножки. Продолжаем дальше колени. 1. На носочек, не на пяточку. Высокая нога. Носок. Бедро открыть. И закрыли. Левая. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Наверх потянулись. 5. Проверили спинку. 6, 7, 8. Дальше разворачиваем ногу в первую позицию. Мизинцы максимально к полу. Колени натянуты. Батман тандю наверх. Пятки поднимаем. 1. Пятка лежит. 2, 3, 4. Нога натянутая в колени. 5, 6, 7, 8. Еще 1, 2. Спинку проверяем. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Потянулись наверх, складочка. Можно открыть ноги в шестую, закрыть ноги в шестую позицию. Сложились животом, не лбом в колени, а животом полностью лечь. Лежимся полностью, мы обнимаем сбоку, чтобы можно было на себя чуть-чуть подтянуть. Локти должны в идеале поставиться на пол. И держу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вытянулись еще раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Колени удерживаю. 7, 8. И последний раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Выросли. 2. Закончили пока эту часть. Ногу за... Где у вас заканчивается носочек? За щиколотку. И вытянуть сильно, выдавить колено. Да, при этом спина должна оставаться ровная. Вот это вот не годится. Сюда наверх тянусь. Шея длинная, нога здесь тоже натягивается. Мы про нее не забываем. Тянем на себя как можно ближе. Да? Если вот так уже у нас нога спокойно стоит, натянутое положение уже не болит, значит нужно колени, локти в стороны развести и к себе ближе подвести. Тогда уже будет опять натяжение больше. И держу. 1, 8 счетов. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И держу самую ногу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Поменяли. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И теперь можно проверить, лучше ли стало складочек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Угу. Дальше. Носки сильно на себя. Называется пружинка. Дети знают. И на себя сильно тянем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И за второй восьмерки стараемся не только подтянуть колени, но еще спину выпрямить. И выпрямляем наверх. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Натянулись.
закончили упражнение. После того, как мы сделали эти упражнения, нам нужно раскрыть ноги максимально широко в поперечный шпагат и проехать, чтобы у нас эти мышцы было больно. Если нам не больно, тогда нет смысла в этом упражнении. Мы открыли ножки, колени втянуть, пятки должны подняться. Мы делаем боковые упражнения на растяжку. Рука правой схватить себя за бок, рука наверх и бок точно схватить. Но не, это неправильное положение. Вы должны видеть с личика. Руку можно еще больше вытянуть. Плечо должно лечь перед коленом обязательно. Вот перед коленом и развернуть, чтобы вот здесь бок был тянуться. Чтобы если здесь не тянет, значит движение сделано неправильно. Подержать 8 счетов. Раз, два, три, четыре, пять. Ноги сильные оставляем. Семь, восемь. Выросли. Поменять положение. Раз, два, бить колено, вытянуться. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Повторяем еще раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И смена. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Далее. Разворачиваемся двумя плечами к ноге и по обе стороны ноги положить наши локти, да, чтобы мы растягиваем теперь чуть в другом положении, чуть в другом ракурсе. Точно надо лечь животом, на ногу держим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Выросли, поменяли. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И еще раз повторим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Теперь чуть-чуть покачаем бока. Да? И раз, два, три, четыре. Бок сохраняем. Пять, шесть, семь, восемь. И еще раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь. И вперед лечь. Раз, два, тоже животом. Вот такое не поднимается. Здесь животом лечь. Раз, два, три, четыре. Ноги держу. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Выросли. Закончили. Следующее упражнение будет, это гранд батман, махи ногами. Будем делать вперед и в сторону. И потом еще сделаем отдельно назад. Для правильного исполнения нам нужно лечь. Руки вдоль корпуса, держим пол. Ноги натянуты. Бросаем ногу обязательно прямую, да, в колени и в носки натянутую максимально к носу, к плечу. Да? Кривая нога у нас не принимается. Бросаем 8 раз с каждой ногой по очереди. Раз и два. Прямые ноги внизу тоже. Три, четыре и пять и шесть и семь и восемь. Обратите внимание, что нога, которая у меня осталась левая, не должна дергаться. Пятка, колено должна оставаться натянутой. Левая нога 8 раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Также обратите внимание на то, что нога может бросаться невысоко, но она должна быть обязательно прямая. Может быть вот этот уровень, да, но он будет правильным, если нога прямая. Если будет высоко, но криво, это неправильно. После того, как мы покидали ногу 8 раз каждой ногой, нам нужно схватить ножку и потянуть в шпагат. Раз, двумя. Лучше одной противоположной рукой. Здесь мы для упора держимся. Обязательно все ноги максимально натянуты и тянем к себе. Подержать 10 счетов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И левая нога. Раз, схватили и держу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть,
7, 8, 9, 10. Закончишь. Теперь то же самое делаем боком. Боком должно быть положение ровное, не кривое. Попа у нас не проваливается. Держим вот здесь бок. Рука опирается на локоть. Не плечо не оседает. Да? Держим шею длинную. Бросаем за плечо. Также максимально сильно и натянуто. Раз, два, три, четыре, пять. 6, 7, 8. Обратите внимание, что нога должна бросаться в выворотном положении. Пяточка должна быть видна. Вот это положение неправильное. Тут будет травма. Поэтому вот нога должна кидаться выворотно. Вот, вот в этом положении. После этого нам нужно взять за пятку, за плечо завести. Да, при этом держу. И открываю ножку в сторону. Тяну. Если делать легко, можно перехватить ножку. Раз, взять и перехватить. Вот так держим. 8 счетов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, десять, девять, десять. Так и вперед. Дальше мы переворачиваемся на другой бок. Проделываем то же самое. Выворотные ноги. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И берем ножку. Раз. За плечо завести. Вытянуть. Раз. Можно сразу, у кого хватает растяжки, перейти. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Закончили. И теперь последнее упражнение. Махи назад. Мы встаем на четвереньки, да, чтобы у нас были углы 90 градусов. Здесь у нас не далеко, не близко, точно вперед. Руки точно под плечом, не вперед, не назад, не в бок, точно под плеча. Нога ставится на подъем, не на пальцы, это очень важно, на подъем. Колено натягивается, тоже руки не сгибаются при батманах, руки прямые, нога максимально натянута. 8 раз. Раз. 2 за себя, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Поменяли ножку. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И растянулись. 1, шпагат, 7, 2. Правильный шпагат, когда нога натянутая, пятка на полу. Вот этих заломов делать нельзя. Стопа ровная по ноге. Бедро завернутое. Вот этого положения... Давайте вот так в эту сторону вам покажу. Вот этого положения быть не должно. Это неправильно. Должна вот эта часть бедра верхняя лежать на полу. Вот. Тогда это будет правильный шпагат. Можно руки в противоположную сторону держать, спина наверх. Сижу 10 счетов. Раз, два, три, четыре, пять. 6, 7, 8, 9, 10. Собрали ножки. То же самое проделываем с левой ноги. Потом садимся на поперечный шпагат. Что очень важно сделать при поперечном шпагате? Нам нужно лечь ноги в стороны. Не попа не назад, не вперед, а точно напротив пяток. Можно на пятки встать. Или на локти, чтобы, если кисти не устали. Тоже держим 10 счетов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Закончили. Следующее упражнение для спины. Дети знают, это комплекс лодочка, корзиночка, колечко. Змейка еще будет. Сначала мы делаем 8 лодочек. Лодочка... Да. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Держу 8 счетов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И еще. Раз, два, три,
4, 5, 6, 7, 8. Дальше делаю змейки. Змейку руки к плечам, ноги вместе, пяточки вместе. Вырастаю и раз назад. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Еще раз. Раз, два. Плечи не должны быть такие наверх. Тянусь. 5, 6, 7, 8. Еще два раза. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И последний. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Корзиночка. Что касается корзиночки. Стопы должны быть натянуты в потолок. Держу я не за стопы, а за щиколотки. Это очень важно. И наверх. Раз. Максимально высоко. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Отдыхаем. Второй. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Последний раз. Восемь. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И колечко. В колечко мы должны дотронуться носочками до лба. Я уже старенькая, я не могу. Дети могут. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. На этом этот комплекс закончен. Хорошо воспитывает весь опорно-двигательный аппарат. Это супер движение, называется планка. Мы будем делать динамичную и статичную планку. Сначала первая планка наша будет на локтях. Нам нужно, сначала мы ляжем в такое положение. Руки на локте, здесь у нас кулачок. Стоим на носочках. Стоим 8 счетов. Должна быть прямая спина, попа ни наверх, ни вниз. Голова смотрит на руки. Держим 10 счетов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Опустились. Можно с каждым разом увеличивать. 15 раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11, 12, 13, 14, 15. Переходим на руки. Раз, два, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ходим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Стоим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Пока эту маленькую часть. В следующем упражнении мы будем использовать предметы. Это два карандаша. Они нам нужны для того, чтобы мы научились правильно тянуть стопу. Некоторые ошибки бывают на натяжении стопы какие? То есть мы натягиваем сам подъем, который здесь находится, но не натягиваем пальцы, что происходит вот такое положение. Это неправильно. Да? Чтобы научиться правильно тянуть не только подъем, но и пальцы, нам нужны наши карандаши. Что мы для этого делаем? Нам нужно взять карандаш и вот сюда между пальчиков положить и схватить сильно-сильно-сильно. Это не так-то просто на самом деле. Вот, мы должны схватить и подержать, да? Почувствовать, как мы их держим. Да? Запомните эти ощущения, когда мы сильно-сильно сжимаем карандаш. Далее мы начинаем вытягивать сам подъем. При этом удержать карандаши нам нужно. Да? И обратно. Для тех, кто не подготовлен, могут чуть-чуть сводить пальцы, сводить мышцы, но ничего страшного, это дело привычки. Да? И так медленно-медленно они могут падать. Да? Мы учимся держать вот эту силу пальцев, да? Делаем несколько упражнений. Да? Считаем. Раз, два, три,
четыре, пять, шесть, семь, восемь. Угу. Вот они у меня упали. Мы чуть-чуть отдохнем и перейдем дальше к следующему движению. Следующее движение мы также должны с карандашами. Сейчас я покажу, что мы будем делать. Да? Вот тоже на пальчик, не на пальцы, а на пальчик вытянутой стопы. У нас там сейчас тоже будет карандаш. Я еще раз задерживаю карандаши. И вытянула подъем. И я раз удерживаю карандаш. Два. Нога. Раз удержать карандаш. Два. Да, тем самым мы запоминаем, наши мышцы запоминают это вот сильное-сильное сжатие пальцев, да, сжатие карандаша, чтобы потом в дальнейшем мы без карандашей, вот видите, у меня даже упал карандаш. Угу. Следующее упражнение мы будем делать стоя. А пока закончим. Следующее упражнение для разработки правильной натянутости стопы мы будем делать стоя. Нам нужно встать боком. Я буду показывать упражнение с правой ноги. Потом также можно его сделать слева. Мы берем карандаш сбоку, да, с краешку. Не посередине, а с краешку. Натягиваем стопу и в подъеме, и в колени. Держим 8 счетов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Встали. Отдыхаем. И так нужно сделать 4 раза. Еще раз я сделаю еще второй раз. Третий, четвертый будет, сделаем сами. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Угу. И также потом 4 раза с левой ноги. Следующее упражнение, которое мы будем делать, я его покажу с левой ноги. Мы будем делать не только вытягивать ногу, но и собирать ее в пассе. Пассе переводится как около и вспомогательное движение. Да? Поэтому нога наша будет около. Прикасаться к другой ноге. Также берем с краешку. Натягиваем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И сгибаем колено. И рядом с коленочкой нога также держит карандаш. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Разберем это упражнение прямо в анфас, чтобы посмотреть, как стопа должна натягиваться с этого ракурса. Да, также берем с краешку, чтобы у нас он не упал, когда мы колено его приставим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И по прямой держим. Да? Пятка не должна выскакивать. Пятка ровная. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Еще раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Колено держим. Восемь. И раз, два, три, четыре стопа, карандашик держит, пять, шесть, семь, восемь. Закончили упражнение. Следующее упражнение мы будем делать с книжкой. Нам нужно натянуть стопы на себя сильно-сильно, максимально. Поднять книжку сбоку наверх, спину выпрямить. И согнуться в складочку, книжку положить за ноги. Колени при этом остались на полу. Считаем. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Выросли. Еще раз. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Выросли. На самом деле это сложно удержать колени на полу, да, у кого плохая растяжка в коленях. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Последний раз. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Выросли. Следующее упражнение. Нам нужно положить эту книжку наверх. Можно еще использовать еще выше книжечки положить, чтобы было выше. Положить пятки, да, и давить колени. Ну, здесь не очень понятно. Если еще сверху положить, то у нас получается выше натяжение. Тогда будет растягиваться под собственным весом колени. Да, если вот вы тогда и не так сильно будет больно, но продуктивно. Следующее упражнение с книжкой. Мы берем тоже сильно, натягиваем стопу на себя и выпрямляем колено. Спина при этом прямая. Два, три, четыре, пять, шесть, семь,
8. Другая нога. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Еще раз правая. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И левая. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Это упражнение позволит более эффективно растянуть подколенные мышцы, но и весело для детей.